Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах, неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках в настоящее время, отмечают свой праздник – День ВДВ. По традиции, в этот день десантники вспоминают годы службы и чтут память тех, кто не вернулся из боя. Ежегодно Десногорская десантура посещает курган, чтобы возложить цветы к подножию мемориала. У каждого из них годы службы в элитных войсках оставили свой след в памяти. Я помню и горжусь, что я там делал. Мне многому там научили, чему тут не научат просто. Ну, там с оружием обращаться и так далее. Вот физическую подготовку поднял, до этого я был другим человеком вообще, как в армию пошел. Это жизнь уже. Со временем становится частью образа жизни. Так как, ну, служить очень понравилось, хотя и мало, хоть служили год, но было круто и интересно. Хотелось бы еще, но тут тоже ждут свои дела. Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она бы ни была. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувидаемой славой.